Перед началом встречи губернатор поприветствовал каждого из представителей профсоюзов области. Обсудить экономическую ситуацию в регионе собрались самые активные представители крупных предприятий. Сегодня мы понимаем, какие задачи стоят перед нашей областью, чтобы был опорный регион Российской Федерации. Мы понимаем, какие задачи будут стоять в политическом плане сегодня перед нашим народом, перед профсоюзными организациями. Мы понимаем, что необходимо избрать достойных людей в Губернскую Думу, в Государственную Думу. Поэтому мы, я думаю, включимся в эту работу по всем регионам. Сейчас в Федерации профсоюзов области состоит 600 тысяч человек. Нужно добиться, чтобы на каждом предприятии региона был свой профсоюз, считают участники встречи. В этом случае все права работников будут гарантированы. Председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов поблагодарил губернатора за помощь в решении проблем работников предприятия «АвтоВАЗ-агрегат». Глава региона потребовал от владельца «АвтоВАЗ-агрегата» полного погашения долгов по зарплате в течение месяца. Алексей Козлов дал Николаю Меркушкину соответствующие письменные обязательства. Все долги будут полностью выплачены до конца марта. Сейчас власти региона оказывают все возможные меры социальной поддержки сотрудникам предприятия. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, материальная помощь, бесплатное школьное питание, содействие в трудоустройстве. В целом показатели авторынка в стране падают. Есть снижение и у АвтоВАЗа. По словам губернатора, ситуация непростая, но на предприятии сделано много, чтобы поднять качество продукции. АвтоВАЗ упал меньше, он в прошлом году упал где-то примерно на 7% меньше, чем общий рынок в стране. На самом предприятии сделано много того, в том числе работа с трудовым коллективом, с рабочими, со специалистами, к стандартам тем, которые есть на западных концернах машиностроительных или автомобильных. Они приблизились в этом отношении к тем стандартам, которые есть там. Представители профсоюзов обратились к губернатору с просьбой провести встречу с первичными организациями в конце апреля, а 1 мая – праздничный митинг на набережной с тематическими площадками крупных предприятий области. Глава региона инициативу поддержал. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, «События».